В библиотеке «Бригантина» начал работу клуб для семей мобилизованных «Мой папа – герой». На церемонию открытия пригласили жен и детей люберчан, выполняющих задачи в специальной военной операции. Торжественное мероприятие совместили с другим праздником – Днем матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Подробности далее. И прямо мы можем доверить ей сердце свое и просто за то, что она наша мама. Мы крепко и нежно любим ее. Формат открытия клуба «Мой папа – герой» – камерный вечер. Теплая, уютная и душевная встреча с горячим чаем и сладостями. Сегодня порядка 20 семей будет у нас в гостях, 20 семей мобилизованных. Так мы сотрудничаем с большим количеством семей, стараемся на постоянной основе. Вот первое масштабное мероприятие, в дальнейшем постараемся сделать, чтобы это было более, так сказать, чаще, интереснее и разнообразнее. Программа открытия состоит из двух частей – праздничный концерт и викторина «Своя игра», по итогам которой предусмотрены призы – подготовленные депутатами Совета депутатов, библиотекой и благотворительным фондом. Мы из семьи мобилизованных Поминова Дмитрия. Он у нас находится сейчас, соответственно, в расположении в части. Мы пришли сегодня на праздник в честь Дня матери. Спасибо огромное администрации за проведение мероприятия. Очень благодарны. Семья Дмитрия Поминова воспитывает дочку. Ей 3 года. Уже воспользовались льготами, положенными семьям мобилизованных. Детский сад ребенок посещает бесплатно. Здесь много детишек. И это тоже большое счастье, потому что я думаю, что у каждой женщины, мне так кажется, когда девочка становится более-менее уже как-то осознанно воспринимает этот мир, то желание стать матерью, это как-то само собой разумеется. И когда появляются дети, я думаю, что для женщин это самое большое счастье. Гости праздника посмотрели выступление вокальной студии «Геометрия успеха» и танцевальный «Танцленд». Все семьи получили подарки. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.